поговорить с этим человеком, Андрюша Афанасьев, вратарь «Электровеника». Андрюш, почему выступили так крупно? Что сказать, на самом деле, много не получилось. Первый тайм вроде 1-1, очень ровно, очень хорошо. Что во втором началось? Сложно сказать, мне кажется, «Электровеник» больше стал двигаться, мы как-то подсели. И первый тайм у нас получается, и во втором тайме я не знаю, почему не получается. Вроде там 5 замен, я насчитал, должны темп игроки выходят, но сложно сказать, не получается пока. Как тебе за «Электровеник» стоится? Шикарно. Шикарно? Сколько средний по пропущенным? Я не считал. Как у Хомы за нас, да? Нет, слушай, зато я прибавляю. Я понял. На кубок как сыграете? Сложно сказать. Настроитесь? Будет, конечно, настрой личный, у меня тоже настрой будет. Я думаю, что будем бороться за кубок, а время покажет. Спасибо большое. Спасибо, Андрей.